Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2010 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 144 лошадиные силы, а КПП передний привод, имеется камера заднего вида, спойлер, установлены рейлинги на крыше, автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, пробег 146 тысяч километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, ткань, имеется третий ряд сидений, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт эко-режим, обогрев заднего стекла, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.